Всем добрый день. Сегодня 31 марта. С вами Елена, город Подпорожье, Ленинградская область. Сегодня приехала на дачу. Посмотрите, вся грядочка с П9 уже открылась от снега. Вот это просто можно уже так вот снять и освободить, что я, наверное, сделаю. Потому что сегодня предстоит такая большая работа, что успею, конечно, ну, разобрать, потому что лежит все в два этажа. Вот. Вот видите, зелененькие. Все перезимовали. Ну, надеюсь, что все. Без выпадов тоже, конечно, не бывает. Но уже, видите, уже начинают набухать почки. Поэтому сегодня еще планирую сделать обрезку. Все у меня по ящикам сложено, старалась как-то скомпоновать сорта, но вот что не получилось по ящикам, то просто так лежит. Так, вот в этом ящике у меня Skyfall, кто в одну веточку, кто в две ветки, почки уже начинают набухать. Так, что это у меня? Так, это ваниль. Вон у ванили какие почки, видите? Все зеленое. Надо вот просто все обстригать, иначе потом уже я опоздаю. Так, а это кто? Весь на почках. Это весь на почках, это Монблан. Горшки все сырые. Это хорошо. Вот видите, везде почечки. Так. Что-то поломано. Потому что, конечно, от снега не уберечься. Но у некоторых картина у блогеров еще хуже. У них прям вот стволы. В этом году почему-то оголяются, кора сходит. Ну вот как, например, вот здесь, видите? Вот, все тут треснуло, кора оголилась. Ну, не знаю, наверное, природные какие-то явления, что-то влияет. Вот смотрите, видите, все треснуло. Вот почему так происходит, непонятно. Так, это у меня что за сорт? Это Фрайс Милба. Вот, вот такая вещь, сейчас еще покажу. Вот все треснулось на стволе. Так, это фантом. Фантом треснул. Ну вот, друзья мои, такая картина. Эта картина требует инвентаризации и уборки. Ну вот, что я сейчас и буду делать. Ну вот такая моя сегодняшняя работа. Проделано, все почищено. Пришлось поставить ящик на ящик, что не умещается здесь, а другая грядочка с дугами у меня еще не готова. Поэтому пока вот так вот в такой тесноте. Ну ничего, вот я закрыла их пленкой. Так вот. И вот теперь они тут должны просыпаться. Думаю, что все будет нормально. Уже более-менее устанавливаются плюсовые температуры, и ночью уже нет заморозков. Поэтому постепенно все начинает оттаивать. Горшки уже оголяются. Вот эта партия уже была у меня обрезана с осени. Ну, наверное, какие-то требуют корректировки. Посмотрю, как они будут просыпаться, откуда будут идти почки, и потом уже буду делать корректировку. Вот там уже смородина, вот такие круги, пора обрабатывать, наверное. А вот это Early Sensation на штамбе. Штамп небольшой, короткая ножка, но смотрится всегда красиво. Уже сейчас можно сделать обрезку, что я и сделаю.
видно плохо мне, что делаю. Так, эта веточка тоненькая. Обрезаем. Так, междоузлия, посмотрите, какие длинные. Поэтому сделаю на две почки. Так. Внутрь смотрящую обстригаю. И здесь остается вот такая ветка на одну почку. Так, плохо вижу. Так, ага. Вот тонкая и внутрь обстригаем. Так, две. Две. Так, это тут палочку я привязывала. Так, тонкая и внутрь обстригаем. Две. Две. Так, такой у нас центральный проводник. Так, эту сделаю повыше. Один, два, три, четыре, наверное, будет высоко. Сделаю на три почки. В центре будет повыше, по бокам пониже. Так. Примерно 0,5 сантиметра от междоузлия. Так, так, вот эта ветка. Сейчас подумаю. Так, внутрь смотрящую ветку обстригаю. Здесь делаю на два. Здесь так. Так. Вот это развилка. Так. Делаю две почки здесь. Здесь вот одна короткая междоузлия. Здесь сначала сделаю, потом подкорректирую, если что. Так, вот эта ветка тонкая, может обломаться, поэтому я ее выстригу. Так, здесь на две почки. Так, здесь немножко так вот соподчиняем, получится на три, но главное, чтобы на одном уровне у нас примерно было. Так, у нас остается вот эта ветка. Так, вот срезаю. Так, здесь. Так, примерно вот так. Еще у нас остается вот эта ветка. Так, вот эта ветка. Так, вижу. Так, это внутрь. Я ее совсем уберу. Так, ну вот такой кустик. Сейчас уберу веточки вот эти. Ну вот, примерно такой каркас получился из Early Sensation. Я надеюсь, она меня порадует в этом году, как обычно она это делает. Еще обратила внимание, вот здесь в середине куста, видите, такая развилка, она, видимо, неправильно изначально делала обрезку, и вот тут получились, тут узел, тут узел, тут узел, вот эта ветка пересекается вот с этой, получается вот такой нахлест, возможно, они даже и тереться будут, они совсем рядышком стоят. Возможно, я вот эту ветку вообще уберу вот здесь на кольцо. Сейчас вот отсюда посмотрю. Вот видите, да? Вот она за этой веткой. Ну, подумаю еще. Может быть, еще год простоит, потому что так-то, конечно, она прочная, если вот здесь только не начнет гнить. А так, в принципе, больше пока никаких изъянов. Приоткрыла с одной стороны розы для продуха.
стволы зеленые, вот этот вот черный обрезать надо. Ну, это обычная картина для весеннего пробуждения. А здесь вот они все еще стоят закрытые. Вот здесь немножечко оттаяло, и я вот открыла с этой стороны. Вот там розочка такая зелененькая, все остальные не видно, что они там делают. Но вот сегодня такая инспекция у меня по своему саду. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня.